Валентиня, футбольного клуба КФУ «Боксисарай», Сергей Борисвежцев. Ваше впечатление от сегодняшней игры? Ну, во-первых, хотел бы поздравить футбольный клуб «Евпатория» с победой, а также Вячеслава Беляева в дальнейшей успешной карьере. Что касается игры, то быстрый гол пропустили, то есть в первом тайме вообще безобразно мы сыграли в обороне. Во втором тайме перестроились, но, как говорится, пропускать три мяча и потом отыгрываться, это очень и очень тяжело, тем более с таким клубом, как Евпатория. Ну что ж, будем делать выводы. Ошибки были детские. Так, претензий к ребятам по самоотдаче нет. То есть... На вторую часть сезона в зимнюю будете усиливаться? Да. Я думаю, каждый клуб должен усиливаться и будет. Это нет, понимаете, постоянно, чтобы тренер был доволен командой. То есть нет идеальных команд, есть где-то какие-то погрешности, там, где кто у кого в обороне, там, в линии атаки, в полузащите. Конечно, будем усиливаться. А это будут крымские ребята или с материка? Крымские. У нас акцент только на крымских ребят. Это как настроение на кубок? На кубок, я еще раз повторю, что там еще, я по моему мнению, что победитель еще не определился в этой паре. Так что мы едем туда сражаться, и кубок у нас стоит серьезная задача. Спасибо. Все, спасибо.